Машка, тебе по записи. Спасибо. Здравствуйте. Здравствуйте. Присаживайтесь. Где у вас раздеться можно? А вот сюда на стульчик. Пожалуйста. Спасибо. Садитесь. Что будем делать? Маникюр обрезаем. Как вас зовут? Маша. Замечательно, Маша. А если можно перекись приготовим сразу, то у меня капилляры очень интересные. Я буду очень аккуратно. Хорошо, давайте посмотрим. Давайте посмотрим. Что вы делаете? Так вы сейчас привыкнете,